Бывшего заместителя руководителя администрации президента Казахстана приговорили к 5 годам лишения свободы. Баглана Майлыбаева признали виновным в разглашении государственных секретов. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Следствие объяснило это высокой степенью секретности сведений, содержащихся в уголовном деле. Известно только, что помимо Майлыбаева перед судом предстал его бывший коллега, некий Николай Галихин. Правда, по одинаковым статьям обвинения они получили разные наказания. Галихин отделался 4 годами условно, в то время как Баглану Майлыбаеву предстоит ближайшие 5 лет провести за решеткой. Впрочем, свою вину в разглашении гостайны оба обвиняемых признали. В скором времени их лишат государственных наград.